Universal Pictures представляет. Угадай кого? Приключения Вуди и его друзей. Производство Walt Lens. Режиссер Джеймс Колхейн. Вуди обедает вне дома. Предлагаем разные отличные продукты. Я голоден. Надо зайти и позавтракать. Сегодня закрыто. Именно тогда, когда я настроился поесть. Накормим за 39 центов. Мне это годится. Закрыто на ремонт. Проводится общественное мероприятие. Сегодня не работаем. В отпуске. Открываемся завтра. Закрыто, закрыто, закрыто. Закрыто, закрыто, закрыто. Почему ни один ресторан в городе не работает? Наша специализация – дичь. Дичь – это прекрасно. Это для меня. Наконец-то повезло. Открыто, заходите. Изготовление чучел. Сорока $2. Сорока модная $2.50. Гусеница картофельная 15 центов. Раздавленная гусеница картофельная 10 центов. Бурый медведь $100. Не бурый медведь $20. Good morning. Доброе утро. Чем могу служить? Меню, пожалуйста. Что, простите? Меню. А, вы хотите сказать цена? Да. Какие у вас цены? Наши предельные цены. Довольно высокие. А у меня сегодня не самый лучший день. Бывает. У всех бывают такие дни. Хватит умничать. Принеси мне поесть. Принеси суп с клёцками, большой бифштекс и покажи-ка, что у вас там еще. Покажи, что там есть. Внимание! $100,000 за чучело крупного дятла. Музей природы. $100,000. $100,000. Женщины. Машина. Женщины. Яхта. Женщины. Вилла. Женщины. Эй, чокнутый! Принеси мне поесть! О, да, конечно. Сейчас принесу. Сногсшибательные таблетки. Принимать не более одной. Ну, наконец-то! Супчик! Да. Он называется черный борщ. Я сломал руку. Пятый этаж. Остановка по ответу.
скорость. Эта поездка действительно необходима. Подвал. $100,000. Вилла. Яхта. Женщины.